квартиру 1+1 здесь называется, но по нашим российским меркам это двухкомнатная квартира. Вот бассейн внизу. Вот море видно, вот горы видно, зелень. Внизу бассейн. Естественно, сейчас стройка, это все. Можно тут поставить. Самое главное, небо, терраса. Столик. Да, здесь кресло и столик, и будет the best. Вот моя Маришка помогает мне выбирать квартиру. Да. Мы уже выбрали все, девочки. Маришка, за нас. Покажи всем, где твоя квартира. Вот она, вон она. Вот видите, где синяя? Напротив. Да, а вот рядышком, вот рядом с синей, вот здесь. Балкончик. Да. Балкон, вот здесь Марина квартира. Так будем что... записывать, друг другу присылать. Здесь голубей. Уже кухня готова, и технику только заберут, потому что это больше шоу. Технику заберем. Уберем, и будет техника другого цвета под цвет кухни. Черный, как либо у меня черный. Фасады, между прочим. Да, как у Рит фасад. Они мне сделали, видимо, фасады. И это тоже будет другого цвета. Очень нравится. Да. Мне нравится спаленка, очень приятная нравится. Спаленка. Шкафчик. Прям хорошо, мне здесь дышится прям хорошо. Бывает, что хорошо. Мне нравится здесь. Вот Маришкина квартира. А еще здесь центр города практически вот за углом. Здесь вот такой стол посередине, так подушку. Мне здесь нравится. Санузел. Приехал. Очень симпатичный. Сюда люстры красиво повесить. Ковер, диван. Телевизор и любимка моя. И еще одна. Пойдемте дальше смотреть. Так, дверь уже готова. Вот такие вот коридоры. Здесь сейчас идет полным ходом ремонт. А это студия, да? Это студия? А вот это самая злобная тварь, которая продает недвижимость. Леш, это ты? Ты про себя? Да. Ты вообще не тварь, я личный мужик. Злобный такая. Да, вот такая студия, небольшая, кстати, тоже неплохо. Сколько такая студия, Леша? 52 тысячи фунтов. Если кому-то нужно перевести, в Яндекс переводите и все. Небольшая, хорошенькая. Вот так вот для того, чтобы на море, тем более, что с рассрочкой, красота. Единственное, балкончик небольшой. Чтобы выйти покурить или посмотреть. Пойдем дальше смотреть. Пойдем. Все с ремонтом сразу. Так что супер. Со шкафчиками. У меня были бы деньги, я все срисовала. Я говорю, если бы. Мне интересно, кто тут перекупает? Увидим вообще квартиру. Все, мы забарыжили, все. Отходите, девушка, вы в этом видео снимаете. Хорошо. А можно здесь еще поснимать? Значит, смотрите, вот эта квартира, конечно, огонь. Что там говорить? Это тоже шоурум, он тоже продается. И вот эту квартиру я уже снимала, у меня в IGTV она есть. Мне она безумно нравится, но она стоит, конечно, гораздо дороже. И поэтому я себе ее позволить не могу. Но мне она безумно нравится. Посмотрите, какие здесь виды. Это, конечно, огонь квартира. Огромная гостиная. Потрясающе просто здесь все. Мне очень нравится. Кухня шикарно сделана. Смотри, это вот эта квартира мне очень нравится, конечно. Да, хорошая. Ну, та однушка хорошая. Да. А, вот здесь вот еще очень удобно, что здесь шкафчик со стиралочкой. Здесь видите, как хорошо, то, что квартиры все сдаются уже с ремонтом. Под ржавчину, очень крутой, кстати, ремонт. Да, плитка прикольная. Очень клевая. Мне плитка напольная. И напольная, классная. Спальня здесь такая прям просторная. Потому что, видишь, окна прям. Прям хорошо. Смотри, какой вид. Да. Вид, конечно, огонь. Просто шикарный. Вот это я понимаю, видочек. Как идешь, это все твои террасы. Да, это все террасы для террасы, этой квартиры. Это гостиная.
Здесь гостиная. И это все твоя терраса? Это все терраса одной квартиры. Обалдеть, ты практически полдома проходишь. Здесь зелени столько, прям садик. В общем, в этом комплексе и детский сад, и детская площадка, и все, что хочешь. Куча магазинов рядом. Прекрасно. Очень мне нравится эта квартира. Но, к сожалению, не по зубам. Вот такая еще. Тут еще одна. Такая детская. Да, это прям детская. Хотя ой, здесь, если развернуть кровать вот так поставить, пожалуйста, и взрослая. Да, вот тоже. Согласись. Нет, вот этот текст, да. Не будет видно ни пыли, ни грязи, ничего. Да. Прям просторненько. Так, ну что, в мою квартиру не заходить больше, а то уже глаз положил. Здравствуйте. Нет, мы идем уже как это, на новоселье. Мы уже идем как на новоселье. И, господи, я не могу вообще не выбрать. Если честно, мы сейчас можем надеть на шампанское выпить. Ритуля, мне нравится. Мне реально она нравится. Вот душа в ней уже лежит. Да. Понимаешь? Алексей правильно сказал. Вот эту квартиру уже повернуть можно отдать. Она прям классная. Ноги сюда идут. А раз идут сюда ноги, значит, я уже сюда буду тебе ходить столько, сколько я буду находиться здесь на тебе. Значит, это уже вертачок. Ирочка, дрогнула, моя соседушка, моя любимая. Как мне нравится. Я вот поменяю технику, здесь сразу по-другому будет. Люстру красивую повешу. Сюда и сюда. И да. Конечно же, ковер будет. Я могу без ковров жить. Я уже вижу даже, как вот если мебель расставить, как она будет. Ты мне будешь помогать. Ну а как же? Да. Ну что, идем?